Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной. И глядел веселым оком на людей. Композитор Моцарт Вольфган Амадей. Вокруг него был листьев липы, легкий звон. Тара-тара-тили-тики, думал он. Да, компания, напитки, суета. Но зато дуэт для скрипки и альта. Пусть берут его искусство задарма. Сколько требуется чувства и ума. Композитор Моцарт Вольфган, он гораст. Сколько требуется, столько и отдаст. Ох, и будет Амадею дома в лед, и на целую неделю черный лед. Ни словечка, ни улыбки, ни мота, но зато дуэт для скрипки и альта. Да, расплачиваться надо на миру за веселье и отраду на перу, за вино и за ошибки да чиста, но зато дуэт для скрипки и альта.